великого вратаря «Спартака» и сборной Советского Союза Анзора Кавазашвили я бы сравнил с великим спартаковским шахматистом Тиграном Петросяном. Ведь именно Тигран Петросян, став чемпионом мира, лишил этого звания Михаила Ботвинника, который на протяжении многих лет был лучшим шахматистом планеты. Что касается Анзора Кавазашвили, то он вытеснил из ворот национальной сборной страны самого Льва Яшина. В Англии на чемпионате мира в 66 году называют мою фамилию на открытие чемпионата против сборной Кореи. Представляешь, что было? У ребят были глаза просто открыты от удивления. У членов сборной. Как Яшин великий оставит Кавазашвили? И можешь представить то же самое второй через 4 года чемпионат мира в Мексике. И опять же первый матч. И опять же начинает открытие со сборной Мексики Кавазашвили. Да, стейки, да. Я не хочу ничего сказать о том, что я был лучше Яшина. Я просто хочу сказать, что я благодарен судьбе в том, что с Яшиным вместе варился вот в этом вот в общем котле. Впервые фамилию Кавазашвили я увидел в футбольном календаре в 59 году в составе тбилисского «Динамо». Сергей Катрикадзе был основной вратарь тбилисского «Динамо». И не просто основной вратарь, а любимец Грузии. И, конечно, 19-летнему Кавазашвили невозможно было конкурировать в тот момент с самим Катрикадзе. Анзор почувствовал, что в тбилисском «Динамо» он играть долго-долго не будет. И перелез через забор базы в Гигоме и умчался в Ленинград. Там он провел всего сезон, а потом переехал в Москву и стал основным вратарем московского «Торпедо». Вот именно в московском «Торпедо» мы и познакомились с ним летом 67 года. Произошло это при любопытных обстоятельствах. «Торпедо» играл на выезде с киевским «Динамо». Анзор защищал ворота так, что киевляне, обосновавшиеся с первой минуты на половине поля автозаводцев, не могли вскрыть ворота Анзора. И в один из моментов, как мне показалось по телевизору, он в акробатическом броске, достав мяч из нижнего угла, ударился о штангу. И его на носилках унесли из ворот. Они меня просто... Киевляне затоптали. И это было чудо, что они меня вообще не убили. Когда в Кучамале, я уже вдруг поднял глаза и увидел, что у меня хлещет с ноги, с колена кровь. И только я поднял правую руку для того, чтобы ногу поправить, и у меня страшная боль. У меня были разорваны ключица. Здесь связки были разорваны. В общем, что они со мной делали? И когда ехали в поезде, со мной сидели ребята почти до утра. Они меня угощали шампанским, но я пить не могу, потому что у меня, сидя, ноет нога, а обезболивающий укол прошел где-то через час. На следующий день в редакции МК, где я в то время работал, мне сказали: давай-ка быстро в Мячиково, на торпедовскую базу. Делаем материал «Герой матча». И я приехал на торпедовскую базу. Анзор Кавазашвили лежал на массажном столике, весь перевязанный, и над ним колдовали врачи и массажисты. Вот так произошло наше знакомство, которое потом переросло в крепкую дружбу. Месяц я лежал там. Но самое смешное было другое. Ну, мне пора уже вставать, играть, тренироваться. Потому что я не могу все время лежать.
И я говорю старшему тренеру, отпустите меня на неделю на море в Сочи. Я, говорю, на море быстрее все у меня заживет все. Они согласились. И вот я в гипсе, рука вот эта, плечо, нога в гипсе, половина, вот отсюда от бедра, вот до этого, голени. И на машине, на Волге сел, один левой рукой переключал. Тогда были на 21-й Волге были ручные скорости. Левой рукой переключал и до Сочи доехал за один день. Ты можешь представить или нет? О! Мы очень часто встречались. Дома у Анзора Куазашвили, дома у меня. Вместе ужинали в ресторанах. И именно Анзор Куазашвили один из самых популярных людей в Москве. Познакомил меня и с Майей Кристалинской, знаменитой эстрадной певицей, с Муслимом Магомаевым. А однажды мы приехали в гости к одной из лучших актрис в истории советского кино, Татьяне Самойловой. Это тоже были незабываемые встречи, и я обратил внимание, с каким уважением все они относились к Анзору Куазашвили. Ленечка, мы с тобой вообще дружим. Ты только начинал свою творческую деятельность в журналистике, и как будто ты нашел по своему духу меня и понял о том, что я как старший товарищ к тебе отношусь по-братски. Я делил с Куазашвили и горести, и радости. И, конечно, был рад поздравить его в 67-м году, когда его второй раз признали лучшим голкипером Советского Союза. Однако спустя 2 года перед Анзором встала дилемма, где играть, потому что его очень активно приглашал Гиви Чухели, в то время главный тренер тбилисского «Динамо» и бывший партнер Анзора Куазашвили по сборной Советского Союза. Куазашвили очень долго думал над этим предложением, озвучил его торпедовскому руководству, и торпедовскому руководству это не понравилось. Отношения ухудшились, и в итоге Анзор на границе 68-69 года остался без команды. А в конце 68 года «Спартак» как раз совершал коммерческое турне по Италии. И вот в одном из матчей замечательный вратарь Владимир Маслаченко пропустил мяч почти с центра поля. После игры к нему подошел Николай Петрович Старостин, который обычно редко говорил о футбольных делах, и спросил: «Владимир, ну как же так? Как вы оказались у штрафной площади, когда мяч был на ноге у соперника?» «Вы знаете, Николай Петрович, я подумал, что оттуда последует передача, ведь мяч был почти в центре поля». «Владимир, вот что я вам скажу», – парировал Николай Петрович. «Как только вратарь начинает думать, ему надо заканчивать играть в футбол». Не знаю, совпадение это или нет, но карьера великолепного вратаря Владимира Никитича Маслаченко в 68-м году завершилась. И «Спартак» стал искать вратаря. В это время Куазашвили сидел дома и ждал приглашения. Звонок раздается по телефону. Гиви Чухели, старший тренер «Динамо» Тбилиси. «Анзори, как дела?» Он так растяжки разговаривал. Я говорю: «Гиви, я говорю, мне подписали заявление, я уже свободен, меня из «Торпедо» уволили». «О, давай, брат, приезжай, мы тебя все ждем». И вдруг у меня в голове проскочила фраза, о которой я никогда не думал. Я говорю: «Гиви, скажи, я играть-то в основном составе буду?» Я задал вопрос, я был лучшим вратарем Советского Союза, а он меня отвечает, что значит, он не дипломат, а простой футболист, добрый человек. «Анзори, дорогой,
Рамос, если будет лучше играть, то он будет играть, Урушадзе. Рамос, Урушадзе. А если ты сумеешь его перебороть, то ты станешь. Тогда я ему сказал, пошел ты на три буквы. И положил трубку. И это был конец разговора с Динамо Тбилиси. Буквально через 5 минут звонок по телефону. Я хватаю трубку, думаю, опять Гевичук или... Я говорю, что тебе? И вдруг раздается ласковый голос нашего Шнура. Шнура – это кличка у Анатолия Коршунова, нашего футболиста бывшего, а потом был советником у Николая Петровича Старостина в «Спартаке». Он со своим гундосым голосом, он сказал, хватит с Тбилиси разговаривать, как будто подслушивал. Тебе, Николай Петрович, старостин приглашает в великий «Спартак». Как ты на это смотришь? Я говорю, положительно! Так что же все-таки отличало вратаря Анзора Квазашвили, который выступал на двух чемпионатах мира в 1966 году в Англии и в 1970 году в Мексике, где он вполне мог бы стать лучшим голкипером мирового первенства, если бы не досадная оплошность наших защитников в игре с Уругваем, которые ввели Анзора в заблуждение. Когда мяч все-таки не покинул линию ворот, а Валентин Афонин и другие наши игроки подняли руки вверх, и Анзор Квазашвили потерял концентрацию. Так вот, Анзор Квазашвили при сравнительно небольшом росте, 1,76 м, обладал, понятное дело, потрясающей прыгучестью, великолепной реакцией, но при этом он был очень рационален, он умел читать игру. Вот именно эти качества и позволили Квазашвили стать одним из самых сильнейших вратарей за всю историю советского футбола. Именно эти качества позволили Анзору Квазашвили реально помочь «Спартаку» в завоевании звания чемпионов страны в 1969 году. Ключевой игрой все-таки была встреча в Киеве в конце октября 69 года. Спартаковцы сидели в раздевалке напряженными. И Никита Симонян, уже опытнейший к тому времени тренер, конечно, заметил этот факт. И тогда он неожиданно для всех сказал: «Ребята, я хочу вас поздравить с серебряными медалями. Вы достойно провели сезон. А сегодня мы играем с киевским «Динамо». Это здоровенная команда. Она 3 года подряд была чемпионом. Конечно, победить будет трудно. Поэтому просто покажите футбол. Порадуйте своих болельщиков». Я помню, Никита Павлович меня, когда я выходил, обнял на плечи, положил руку и говорит: «Анзор, ты держи этих мальчиков». Ну, молодых, сзади, которые есть. Но мы в этой игре... Мы не узнали себя. И ты, а ты видел из ворот Коля Осянина, который я обыграл четверых человек? На замахах он несколько раз. Замах, да. Раз под себя. Замах левой, да. Правый замах. И этого Женьку Рудакова он положил и закатил мячик. Да. Я помню это все как перед глазами. Ну да. И я помню, когда мы выходили оттуда... А там ремонт был на стадионе, в проходе ремонт. И когда идешь, они сделали так. Навесы были из досок и проход. А доски были 40 сантиметров. 4 сантиметра. Толстые такие. Толстые. Я помню, уже с радостью мы идем, все. И я кулаком вот так взял. И говорю: «Ну, вас на три буквы». И как дал кулаком и пробил эту доску. Ты представляешь? После окончания сезона 69 года Геннадий Логофет и Анзор Квазашвили обратились к руководству с просьбой о приобретении иностранных машин.
В то время это была редкость, но им пошли навстречу. И в дипломатическом корпусе для спартаковцев приобрели два списанных американских автомобиля. Но если Геннадию Логофету повезло, и он какое-то время проездил на этом автомобиле, то от Анзора Квазашвили счастье в данном случае отвернулось. Скажи, пожалуйста, вот помнишь, вам с Гешей разрешили приобрести иномарки? Да. Геша Ford Zephyr, а да. У тебя какая машина? Огромная. Thunderbird. Американская. Американский Ford. Да, огромная машина. Я единственное, что помню, что сколько мы на ней ездили, я не знаю. Но то, что мы ее толкали в два раза больше, чем ездили, это 100%. Мы встретились. Я на машине, со мной был потомский мой друг, Илья Буча его звали. Да. А ты с той стороны ехал на своей машине, на Жигулях. И мы встретились. Ты остановился на той стороне, мы на этой стороне. И вышли, и вдруг какие-то три мужика, пьяные в куски, идут к тебе, подходят. И что-то тебе сказали, ты говоришь, ты что? Я помню, и драка началась. Да, и вот. И вы меня защитили. Я отсюда кричу, Лень, что случилось-то? Ой, они что-то ко мне пристают, дерутся. И я прибежал, и как начал их месить, всех троих. И когда они в крови валялись на земле, ты говоришь, уже смело им говоришь, и вам не стыдно? Нашего спартаковского вратаря Анзора Квазашвили оскорбили. Вдруг он вскакивает. Где Анзор Квазашвили? Где? Я вот он, ты говоришь. Да. Анзор, ты мой любимый. Это я помню, да. Анзор Квазашвили давал много поводов для того, чтобы писать о нем не только в спортивных изданиях, но и в литературно-политических. Ну, взять, к примеру, победу «Спартака» в 71-м году, финал Кубка 71-го года «Спартак-Москва» СКА «Ростов». Первый матч ты не играл, играл Йонас Баужа. У тебя было, по-моему, что-то с пальцем, да? За две недели до этого я получил укол от машины, ковырялся в двигателе. Заноза вошла так, что через буквально несколько часов разбухла вся левая рука, и невозможно было спать. Уколы делали, не помогает. И через два или три дня пришлось резать мне палец, и тогда Баужа поставили в данном матче. Игра была жутчайше напряженная. Ростов играл, видимо, настолько воодушевленный, что они вели 2-1, представляете, счет. И мы думали, конец уже, мы проиграли кубок. И Гешка Логофет забивает гол. 2-2. 2-2. И переигровка. Мы заходим все в раздевалку, а я должен был что-то сделать для того, чтобы помочь команде. И мне Николай Петрович говорит, Анзорчик, ну ты готов сыграть завтра? А игра уже на второй день. Я говорю, Николай Петрович, сделайте мне блокаду. Я говорю, я готов. И вот они мне, начиная отсюда, с локтя, и полностью несколько уколов перед игрой. На разминке я вышел, в левой руке у меня была кроссовка. Засунул я руку сюда, чтобы не чувствовать боль, чтобы в игре почувствовать нормально себя. И игра, когда началась, я эту кроссовку сбросил рук и играли, начали. Мы выиграли 1-0. Коля Киселев забил гол. Да, я не знаю, как я сыграл, я даже, честно говоря, не помню. Я помню, ничего не пропустил. На следующий день соперники снова вышли на поле. И вновь игра проходила в напряженной борьбе. Уверенно защищал свои ворота спартаковский вратарь Квазашвили. После подачи Хусаинова спартаковец Киселев забил решающий гол.
ростовский «Спартак» завоевал почетный футбольный приз в 9-й раз. В истории нашего футбола такого успеха не добивалась ни одна команда. И вот когда закончилась игра, то спартаковцы вместе с кубком совершили круг почета. А потом, выпив по глотку шампанского, в раздевалке из кубка, они выходили один за другим через 8-й служебный подъезд. Так вот, стоило Кавазашвили выйти к зрителям, уж не знаю, как они миновали турникет, строй милиционеров, но на моих глазах болельщики «Спартака» подхватили Кавазашвили на руки и отнесли его до автомобиля. Откровенно говоря, вот такую сцену я видел первый и последний раз в жизни. Анзор Кавазашвили провел в «Спартаке» лишь 3 года из своей яркой и незабываемой карьеры. Но спартаковские болельщики со стажем до сих пор вспоминают Анзора как одного из лучших игроков в истории красно-белых. Как ярко и быстро он вписался в спартаковскую команду. Он словно был рожден для красно-белых. И, к счастью, его футбольная судьба свела со «Спартаком». Я считаю, что в «Спартаке», я не зря сказал, я пришел как будто в свою семью. В «Спартаке» я получил все. Я чувствовал, как будто я пришел к своим братьям и к своим родителям. Спасибо. И сегодня, когда Анзору Кавазашвили исполняется 80 лет, мы от души желаем ему здоровья, успехов и благополучия в семейной жизни. И когда я смотрю на Анзора Кавазашвили, такого бодрого, такого молодого, несмотря на свою седину, молодого душой и сердцем, я вспоминаю эпизод, который произошел в поезде «Киев-Москва» в октябре 1969 года после победного матча над киевским «Динамо». Многие игроки не могли заснуть до самого утра, и я в том числе. И вот где-то в 3 часа ночи я вышел в коридор купейного вагона и увидел, как Папаев и Калинов гоняют в коридоре спичечный коробок. И тут из своего купе вышел Анзор. Он принял вратарскую стойку и сказал: «Играю». Вот такие были времена.